Помогает держать себя в форме еще ведь и йога. Конечно, с помощью йоги, как утверждает любимый мною интернет, можно даже избавиться от головной боли, разгладить морщины, да много еще чего. Мол, практика вот эта просто волшебная. Наверное, именно поэтому большинство наших ярослав записывается на занятия по йоге. А ты в позу лотоса можешь сесть? Я могу сесть, но в прошлый раз я сел, мне сказали, куда ты с ногами на казенный диван. Поэтому не буду. Зато прямо сейчас в нашей рубрике «Счастливая» Анна Машкова подскажет, почему многие начинают свое утро именно с йоги. К сожалению, утром пробуждение для большинства из нас является не совсем приятным сюрпризом. Звонит будильник, и вместо того, чтобы досмотреть свой прекрасный сон, мы вынуждены вставать, завтракать и ехать на работу или учебу. А в этот момент нам так хочется быстрее взбодриться. Еще в детстве нас учили для того, чтобы быть бодрым и работоспособным в течение дня, утро необходимо начинать с зарядки. С этим утверждением сложно поспорить. Все мы знаем, чтобы сохранить молодость и здоровье, физическому развитию надо уделять должное внимание. Поэтому сегодня мы вам хотим рассказать о комплексе упражнений, которые поможет вам взбодриться, зарядить тело и мозг энергией, а также поднять настроение. А поможет нам в этом специалист студии СПА Алена. Стоит учесть, что наше тело по утрам менее гибкое. Поэтому все мы будем делать очень медленно и аккуратно. А поможет нам в этом йога. Асаны, которые мы вам предложим, они помогут укрепить пресс, каркас спины, усилить кровообращение и мозговую деятельность. Итак, встали прямо, ступни параллельно друг другу, выпрямились, расправили плечи, шея прямая, позвоночник прямой, глубокий вдох, и ручки плавно пошли наверх. Тянемся, тянемся. И кланяемся солнышку вперед, тянемся, тянемся, тянемся. И обмякли. Повисли. Опустили голову, потрясли руками. А теперь медленно поднимаемся наверх, начиная от поясницы, сгибаем круглая поясница. Поднимаемся, руки висят, голова висит, голова пошла назад, плечи выпрямили. Садимся на колени. На пяточки, встали на ручки, руки на ширине плеч и потянули спинку. И выходим из этого положения, возвращаемся и садимся на колени. А теперь мы с вами ложимся на спинку, переворачиваемся. Мягко опускаемся, выпрямляем ножки, сгибаем колени и переходим в позицию стойки на плечах. Тянемся выше, дышим глубоко и мягко возвращаемся, перекатываемся спинкой на пол. Выпрямляем ножки и в завершении мы сделаем с вами пару глубоких вдохов. Полностью расслабимся. Но самое главное при этом не уснуть. После утренних занятий йогой весь день проходит в активности и позитиве. Утро – это то время, когда вы можете сделать себе подарок, зарядиться энергией на весь день и не только. Цените мгновение утра, просыпайтесь рано. До встречи, мои дорогие, и отличного дня!